Yeverecha Adonai ve'ishmarecha Yaher Adonai banaveleicha vihunekha Yisa Adonai banaveleicha ve'yaselecha shalom Bishem Yeshua Gamashiach, Yeshua Mashiheinu. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Мир всем, братья и сестры, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех со Львова, древнего великого города Львова. И эти дни в нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, как и в разных очень церквях, так или иначе во всех конфессиях, деноминациях, и здесь в Украине, и в разных странах мира, по всему лицу земли фактически, проходит молитва против антисемитизма и нацизма. Слава Богу за киевскую еврейскую мессианскую общину, которая стала инициатором этой молитвы и продвигала саму идею этой молитвы брани. Очень важные молитвы, стратегические, архиважные брани молитвы. И, друзья, наша церковь, какую имею честь представлять, также присоединяется к этой молитве уже не первый год, друзья. В прошлые годы я также записывал видео, можете посмотреть, в Туле, в Киеве, в разных городах, в Сибири, записывал видео как раз на эту тему. Проводя семинары, особенно в семинарах, конечно, рассказывал об этом. Семинары мои по истории христианства и семинары Израиля, церковь Израиль. История Израиля, история церкви. Кстати, получается, что вот по милости Господней буду у нас в Киеве также проводить семинары на эту тему. Вот, и семинары истории, так мы назвали в черновике «История христианства», эти семинары. И эти семинары, они будут проходить 6 воскресений подряд, получается. 6 воскресений подряд, начиная с 17 марта, вот всего месяца, да, 17 числа, сегодня 2 марта. Да. А в этом году 1, 2 и 3 марта объявлены днями молитвы против антисемитизма и нацизма. Днями такой духовной брани, которая действительно очень и очень важна. Очень нужна и очень важна. Можете посмотреть эти видео. Кстати, видео прошлых лет моих семинаров «История и христианство», «История Израиля и церкви», «Церкви и Израиля». Вот, и в этом году в Киеве буду проходить семинары мои в здании храма Христа, здание церкви храм Христа. Это на Попудренко 34А. Это ну, территориально, это находится между станцией метро Дарница и Чернигевска. Вот между этими станциями метро, если вы обращали внимание, вот с одной стороны Волчья гора, улица Малышка, известное место такое тоже, вот, а с противоположной стороны метро, линии метро, улица Попудренко. И вот прямо посреди получается, да, Попудренко 34А, это храм, называется храм Собор Христа. Собор Христа. Вот, и там по вечерам в 19:30 начало будет каждый вечер, каждое воскресенье, начиная вот с 17 числа марта и до 21 апреля включительно буду проводить этот семинар. Слава Богу. Также надеюсь на участие и прямо и косвенно участие наших священнослужителей. Кто не может быть, обращаюсь сейчас к нашим священнослужителям, особенно
и ко всем, значит, желающим принять участие. Кто сам лично не сможет быть на этом семинаре, то буду стараться делать трансляцию, во-первых, во-вторых, запись видео с видеокамеры, вот, а в-третьих, пишите ваши вопросы и здесь, на YouTube, даже под этими видео можете писать, вот, и на e-mail, адрес электронной почты под каждым видео обозначен, alive.church@hotmail.com. Значит, и также можете писать Viber, WhatsApp, тоже все обозначено. Вот, и участвовать также финансово можете, поддерживать мое служение вот в этом направлении, да, очень важное служение, реформаторское, евангельское, такое православное служение. С территории Украины это там и карточка обозначена, и мобильные номера телефонов, и с территории Российской Федерации также. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Ну и, конечно, самое основное – это молитвенное участие в этом. Если даже вы не имеете возможности приехать в Киев на этот семинар, то в молитве прошу вашей поддержки, такой участия, потому что это будет для всего христианства в Киеве, потому что уже на сегодняшний день даже то, что я вот понимаю, знаю, будет участие очень разных верующих, очень разных христиан, разных конфессий, разных деноминаций. Вот, вместе объединяемся в молитве, в хвале Богу, в прославлении. Вот, и также молитвенно за единство христиан, и это будет благословением, семинар будет являться благословением и для Киева, и для Украины, ну и для всего мира. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Из города Львова, синагоги развалин, да, но синагоги Золотая Роза, синагоги молитвенников. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится. Аллилуйя.